Проект по глубокой перепрацовке сыроватки реализовали на предприятии «Молочные горки». Ранее другосную сыровину отправляли на сушильные комбинаты, а потом выкористовывали у якости кормов для живел. Теперь же сыроватку перепрацовывают по специальной технологии и отрымливают узбогаченный белком харчовый продукт. Покуль «Молочные горки» – одинное украине предприятие, где у вытворчесть укоронили такую распрацовку. Новая продукция – выник пленного супрацовництва науки и вытворчести и протяг темы кандидатской диссертации Михаила Глушакова. Свою распрацовку по 100% выкористанию молочного белку он укоранил у вытворчести. У осень 2014-го на молочном предприемстве у Горках заработала новая линия по глубокой перепрацовке сыроватки. То, что ранее и шло на корм живеле, теперь полезный продукт. Под глубокой подразумевается полное разделение сыворотки на составные части. То, из чего она состоит, это белки, лактоза. Мы выделили интересующие нас сыворочные белки, которые по сравнению с казеином в разы более ценные и гораздо легче усваиваются. И на основе этих сыворочных белков мы сделали наш новый продукт. Продукцией зацікавіліся спортсмены, аматоры здорового харчавання. У одной упаковцы каля чверти от суточной нормы белку, плюс живая микрофлора, полезная для организма, кажут специалисты. Мы используем свое собственное белорусское сырье. И для того, чтобы гарантировать его качество, мы поставили переработку сыворотки и на том предприятии, которое эту сыворотку и производит. То есть это сыродельный завод, в котором появляется сыворотка, и где мы полностью ее перерабатываем. А вот 100% белка сывочного сейчас у нас перерабатывается. У планах предприемства выйти из новой продукции на международный рынок, где бренд добро ведомый. В настоящее время предприятие 100% загружено сырьем. Вот. При этом мы работаем над ассортиментом выпускаемой продукции, работаем над снижением себестоимости. Это скажется на конкурентоспособности нашей продукции и над качеством. На сегодняшний день это где-то порядка 67% от общей вырабатываемой продукции. Если брать этот показатель 2015 года за аналогичный период, это составил 65%. За месяц предприемство зарабатывает около 130 миллионов российских рублей. Сёлета тут планируют увеличить экспорт до 70%. Алена Соловьева, Виталь Алексеенко, Новин регион.